и на этом чемпионате, и дальше. Ну что ж, должен подойти к концу и этот ливень, и это пройдет, как было на одном перстне написано знаменитом. Да, дождь ослабевает, но пока арбитры пока не рискуют, не выводят на футбольное поле игроков. Но, конечно, сейчас надо вносить коррективы в игру. Видимо, надо играть уже не на коротке, а длинным пасом, потому что придется мяч выбивать из луж. Кстати говоря, вот в 1974 году я был на первом чемпионате для себя по футболу, как пишущий журналист. Это было во Франкфурте на Майне. И сборная Германии, которая и выиграла, в конце концов, этот чемпионат, играла на лесном стадионе, так он называется.